Всем привет, мы с вами снова играем в Sims 4, и да, сейчас у нас прекрасный полдень, но все мои персонажи спят, Александр на работе, нет, не все, двое спят, да, и Мария сейчас проснется, что-нибудь приготовит, потому что они хотят кушать, все хотят кушать, и я хотела позвать подружку моего Евгения, чтобы она пришла к нам в гости, давайте позвоним, так, не важно, что там, пригласить на свой участок. Алекс вон, очень красивая, так что, да, давайте это сделаем. И я хочу, чтобы Рэйчел пригласила на свидание. Вот на свидание, я не знаю, там же у нас всякие штуки делать. Ой, ну давайте попробуем пригласить на свидание, хотя я не очень люблю, потому что нужно. Алекс сейчас занята. Очень жаль, что она сейчас занята. С питанием тоже плохо, так что пусть он идет сюда и ждет, когда же. Это нормально? О, давайте съедим. Нет. Не получится. Куда мы пойдем? Вот, заповедник. Отправляемся туда. Так, основная цель — пообщаться с персонажем. Флиртовать, сесть и поговорить. Не знаю, здесь можно где-нибудь сесть. Да, у нас есть шахматный стол. Поднять настроение давайте сделаем. Поделиться секретом. Да, у меня сегодня плохо все работает. Рассказать. Нет, это не надо. Вот так вот. Да, у нас прибавляется чуть-чуть. Но медленно. Ну ничего, мы все сделаем. Спасибо, Скайп. Спасибо, что тут вылез у меня. Так. Узнать лучше. Как прошел день. Вот такие какие-нибудь побыстрее сплетничать, да? Пстить. Обнять. Свидание. Таким красным цветом, как будто здесь не свидание, я не знаю, что происходит. Выдать глубокую тайну. И теперь давайте сделаем вот так вот. Так, и еще что-то, я думаю, будет нормально. Потом нам нужно сесть и поговорить. Прикольный заповедник, тут, по-моему, есть все на свете. Сесть вместе. Да, мы все пообщались, здорово. Сейчас у нас второе мы попробуем сделать. Пиртовать, чтобы у нас было готово. И я надеюсь, будет замечательное свидание, ну хотя бы серебряную медаль. Ну хотя бы бронзовая уже есть, это уже хорошо, значит все нормально. Давайте идите сюда, вас не видно. И да, у нас второе тоже есть. И тут они. Кокетливое настроение? Так оно еще кокетливое нужно сделать. Поговорить. Дружелюбные действия. Шумный разговор. Да, отлично. Давайте какое-то нормальное задание. Рассказать историю. Ой. Сейчас мы расскажем тебе историю. Это веселые действия, да? Рассказать забавную историю. Блин, это то. Что еще? У него просто... Какой... Блин, надо было сначала сделать у него все вот это, чтобы было все нормально, а не наоборот. И что мы здесь сделаем? А, у нас это... Ой, извините. Вот так вот. А что у нас там было по взять предложение? Ну, я не хочу делать предложение за столом вот этим шахматным. Душевно поговорить два раза нам надо. Это у нас где? По-моему, вот здесь у нас. Душевный разговор. И еще разок. Душевный разговор. Какое-то настроение, не знаю, как надо сделать, надо что-нибудь здесь, наверное, посмотреть. Вот так вот попробуем сделать. Давайте другое задание. А, все, так у нас все, да? У нас офигенное свидание, только я тут последнее могу сделать. Как его сделать? Просто давайте будем пробовать разные вещи, может у нас получится. Не знаю, не знаю. Су-су. Массаж. Вдруг. Вот вдруг получится. Так вот. Пока у нас не выходит, у них просто счастливое настроение.
что тут еще? Мы и так на свидании. Блин, не хотел взять делать приложение. Блин. Ой, хотя отменить. Как мило, конечно, но ё-моё. Это выглядит очень странно, согласитесь, да? Помолвлены мы. Очень игривая. Вместо кокетливо, она очень игривая. Она пошла что-то есть. Бросила Антона. Действительно. Зачем он ей? Где она вообще? Тут и арка. Куда она пошла? Эй! Это вообще нормально сейчас? Ты чё, здрасте? Иди вернись, тебе не стыдно? По-моему, здесь арка даже есть. Предаваться мечтам о свадьбе давайте. И Антону не надо просто, давайте с ним поболтаем. Ужас какой-то. В этом заповеднике есть, блин, все, вот реально, вот все, и обсерватории, всякие шкафы, и боже, посмотрите на вот этот ужас. Он странно выглядит как-то. Какой-то здесь что-то, какая-то вещь. Вот это красивая, кстати, штука. Предаваться мечтам, давай. У нас осталось вот это последнее, и все, у нас не получается никак. А вот он кокетливый, да. И давайте попробуем сделать это романтичное. Романтика. Лир, давайте. Может быть, если у него получится, у нас получится, я не знаю. Потому что у нас кокетливого настроения нет. И вряд ли, наверное, будет, потому что сегодня игривая какая-то. Все бешеная какая-то. Так, у нас здесь куча всяких штук. Нет, у нас не получилось, по-моему, ничего. Выглядит пожениться. Нет, я не хочу жениться, так. Наверное, в следующей серии мы поженимся. Да, в следующей серии мы поженимся, но мне надо все подготовить сначала для этого. Да. Ну, давай свидание, еще у нас будет минут... Еще 2 часа! Есть охота? Все, кокетливая, кокетливая. Все, давай, давай, давай. Где у нас? Где у нас? Я не вижу флирта. Вот я наша флирта. Хуй, у нас получилось. Первый раз я сделала все задания. Ну, давай, 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 давай. И последнее. Да! Первый раз у меня так получилось. Взять массаж. Ну, это легко. Это легко. Где у нас? Где же у нас массаж? Вот, вот так вот. У нас будет, у нас первый раз супер свидание. Или не в первый, я не помню. Ну, нам нужно в туалет, кстати, бежать. А свидание не заканчивается вообще еще аж... 1:38. В принципе, это быстро пройдет, это же не настоящее время. И у нас вот здесь полные всякие штуки. Но после свадьбы это изменится, конечно. Массаж, давай, куда ты? Вставай, что она хочет? Правильно, она хочет воспользоваться. Я же хотела массаж тебе, чтобы ты сделала. Ой, что уйдет? Где массаж? Массаж, массаж, массаж предложить. Ой, вот там было. Да что ж такое? Вот, вот так вот. Блин, опять я не дала сходить. Иди обратно. Интересно, это бесконечное задание или когда-то это закончится? Массаж давай делай. Давай, давай, давай. Ой, какое у него настроение хорошее. Нам надо бежать домой. И он тоже. Так, ну все, сейчас у нас свидание уже закончится. 57 минут осталось, думаю, она потерпит немножко. Пусть они поболтают еще чуть-чуть. И да, у нас прекрасное свидание. Все мы сделали. Ой, какая она. И да, я думаю, посмотрим, куда мы как переедем. Что как у нас получится, что как будет. Но думаю, следующая серия будет у нас свадьба, потому что я не хочу с ним долго тянуть, потому что у меня еще 2 мальчика. Нужно что-то придумать, что с ними сделать, куда их отправить. И я хотела еще, чтобы у нас был ребенок, да. С Александром, потому что у нас нет детей общих. Осталось 3-4 минуты. Господи, давайте уж, добейте. По-моему, они побежали на перегонки. Они не могут терпеть. Куда она делась? Они как-то далеко побежали. Вот же у нас есть. Странные вы ребята какие-то. Зачем туда было бежать? Где они вообще? Вот она вернулась, но он, по-моему, убежал. Ну ладно. И чё, нельзя зайти туда?
Золото. Потрясающее свидание, чтобы ваш персонаж его надолго запомнил, ему подарили что-то особенное. Загляните в багаж. Багаж семьи надо заглядывать или сюда? И я думаю, надо туда заглянуть. И у нас очень все плохо, и она почему-то не идет. Или сюда нельзя зайти. Ну, наверное, мы отправимся домой быстрее, если мы успеем. Быстрее бежи. Бежи, беги. У нее сапожки по цвету кристалла. Я не знаю, мы успеем или нет. Но было бы, конечно, ужасно, если бы мы не успели. Надеюсь, все будет нормально. Но оно того стоило. Свидание было офигенно. И да, я хочу скорее свадьбу. Надо будет все украсить. Ой, какое у нее ужасное настроение. Кстати, смотрите, молочко может доить. Ну, беги в туалет, что стоишь? Ой, господи. Где у нас? Так, я вообще не неудобно с такой стороны. Вот так вот. У нас туалет. Быстрее беги туда. С питанием. Кстати, вот она, по-моему, готовила, да? Есть салат. У вас как дела? Я вообще говорю приготовить, но, естественно, ничего не готовила, потому что я же ушла. Ну, что-то она, по-моему... Ой, что нажала вообще, не знаю. Давайте еще раз. Подать ужин. Запеканка с тунцом. Евгений, как у тебя дела? Давайте мы попробуем еще раз позвонить и пригласить Алекс к нам. Может, она согласится прийти? Это было бы замечательно. У нас там какие-то штукенцы О, играет. Ты его лучше покорми. Да, она скоро придет. Ура! И потом надо в туалет. В туалет бежать. Ну, думаю, он разберется, что такое за фигня. Где у нас Алекс? И вот она бежит. Бежит. Это или она потолстела, или это платье уполнит. Нет, по-моему, она просто... Чья-то домашка валяется. Ну, нам она уже не пригодится. Блин, что-то какая-то жирная. Ну, ничего. Это дело времени. Давайте. Пригласить войти. А, он вообще куда-то пошел. Фу, подумаешь. Поболтаем с ней. Поднимем настроение. Комплименты. И все такое. Потому что мы скоро сможем стать уже друзьями. Вот такая она. Какая-то она такая злая. На картинке она как-то более симпатичная, чем в жизни. Далеко пошли? Прошел через нее. Ну, ничего страшного. Ой, здесь труба какая-то. Чего вы стоите? У нее напряженное просто настроение. Ой, моя любимая комната. Евгений, да, направляется туда, куда надо направляться. Ой, это счастье, что у нас скоро свадьба. Ты, может, к ней там подойдешь, не? Вы так будете разговаривать через я не знаю что? Как-то что-то у нас как-то не очень. Это вообще нормально так разговаривать? Почему бы не подойти? Александр зарабатывает, но плохо работает весь день. Потому что у него все. Ё-моё. Ну, думаю, он сам ляжет спать. Ну, чё, кстати, какое настроение у нее? Вдохновленное настроение. Чё-то только болтаюсь. Поболтать. Сделаем побыстрее, меня не люблю ждать. Ладно, давайте займемся Александром. А, все-таки он подошел. Подходит он. Ой, моя любимая комната, посмотрите, как мило. Мария, может, было приодеться. Евгений узнал, какими чертами характера обладает Алекс Курман. Отлично. Какая елочка, посмотрите, какие игрушечки. Гирлянда, вот снежинки. Супер. Так что еще? Выразить восхищение. Поднять настроение. Больше пока нельзя. Ну ладно, это что, кстати. Так, достигли какого-то на куда ушла. Она что, ушла вообще? Где она? Даже ничего не сказала. Что за женщины странные? Вообще не поняла я прикол. И где она? Я ее вообще не вижу. Ну?
Ничего не, я не пойму. А, вот она где-то в кустах была. Ужас. Чё ты уходишь? Какая у нас гостья ужасная. Чё с чем получается, не пойму. Что происходит сегодня? Ой, наконец-то, какой-то ужас. Все собрались здесь, вам что, нечем заняться? Так, мне надо этим заниматься, чтобы у нас все было хорошо. Ну, у нас как-то вообще все нехорошо. Как-то у нас ничего не получается. Ну, круто, он взял за пианино. Слышит переехать. Вы что, совсем с ума сошли? Не надо нам сплетничать, давайте. Узнать лучше. Ну, как-то все, но что-то как-то я не знаю. Искать историю. Хотя настроение, давайте сделаем побыстрее. Ну, я бы не сказала, что у нас прям так все получается. Я хочу, чтобы мы стали быстрее друзьями. А, мы уже хорошие друзья. Отлично. Что у нас? Душевный разговор. Болит наряд. Хоть что-то за сегодня. Пойдем настроение мы сделаем. Прошел день. Так, мы и другие персонажи. Как у них дела? Так, с бодростью проблемы немножко. У Марии все прекрасно. Александр спит, у нее с питанием еще плохо. О, это все прекрасно. Ой, Мария красивая такая вообще. Комплимент. И давайте что-нибудь попробуем. Хвалит внешний вид. И давайте спросим, есть ли пара. В принципе, это не особо таки важно. Кстати, он хочет тут сходить на два свидания. Мы еще не очень ни на одном не были. Ну ладно, сейчас попробуем что-нибудь сделать. Получится у нас или нет? Нет, у него нет никого. Слава богу. Так, что получилось? Что-то как-то странно. Как-то... Или что, он вообще ничего не делал? Что-то пропустила. Давайте еще раз попробуем сделать. Ой, все у меня тут ходят по дому. У всех всякие такие дела. Мария даже не... Мария, мы видели, я немножко заклинила. Ужас какой. Да, у нас получилось. Только... Я не понимаю, что происходит. Куда она уходит вечно? Иди сюда. Она решила телек посмотреть. Вообще нормально. Давайте еще что-нибудь сделаем. Вот так вот. Скоро... Офигеть! Скоро Александр... Я не успела прочитать, пожалуйста. И где мне теперь это найти? Нет. Нет. Скоро Александр перейдет в мир иной. Проведите последние дни с пользой. Это же ничего не успела сделать. Как так? Офигеть, осталось? Тут, я не знаю, вот капелька осталась. Вообще ужас какой-то. Вот так вот, у нас ничего... У нас что, третий муж будет? Какой-то ужас. Что у нас получается? Тут что-то... да. Да что она вечно уходит? Прям бесит. Она садится, ладно, извините. Давайте еще что-нибудь сделаем. Вот так вот. Что-то. Фольт внешний вид. Ну и Соня недоброжелательная совершенно. У нас больше нет пока ничего. И вот так. Попробуем, получится у нас или нет. Не знаю. Надеюсь, что да. Да, казалось, он совершенно скоро умрет. Да, у нас все получается. И вот так попробуем сделать. Если у нас получится, нет. Было, если получится, у нас будет замечательно. Если нет, то получится позже. Ничего страшного. И да, я нашла ему жену уже. Я вообще мастер. Мне до этого идти на программу. Давай поженимся. Смотрите. Офигенно, да? И давайте напоследок что-нибудь еще сделаем. Я думаю, она не согласится. Давайте посмотрим. Вообще даже спать-то негде.
Блин, я не успею закрыть. И... Да. Она остается. Так, давайте, готовь тогда что-нибудь. Подать ужин. Садовый салат. А чем кормить нашу гостью? И давайте выключим телевизор этот дурацкий. Нам нужно сюда потом сходить. У нас с бодростью уже проблемы. Я вот не знаю, а вот она где будет спать, мне интересно. Потому что кровати больше нету-то. Нам для своих-то не хватает кровати. А, и да, ляжем спать, потому что... А, у него очень кокетливый. У него прекрасное настроение. Вот. Не получилось немножко так, как я хотела. С Александром особенно. Так у меня все спят, кроме Марии. Мария красотка. Посмотрите, какая картинка. Давайте мы подоим. Во-первых, давайте покормим, поиграем и подоим. И посмотрим, как это выглядит. Вообще ни разу не видела. Кстати, камни он может собирать. Но это у нас Дмитрию нужно собирать. Так он... Так у него такая там мечта. Так, ну это понятно. Кормить. Ну, хочешь. Коровка у меня очень голодная. У меня сейчас слюня или нет, не знаю. Хочу посмотреть, как она будет доить ее. Вот. Классно, да? Экстракт счастья. С бодростью у нас опять проблемы. Давайте немножко покупаем. Кстати, мне нравится так это дерево. Давайте поплаваем. Плыть сюда. Нужно же заниматься спортом. И да, может было сходить всей семьей куда-нибудь. Но у меня что-то все спят как-то. У Рэйчел уже хочет есть. Ой, какой сегодня день. Все про любовь. Взять порцию. Ой, она проснулась. Так, ты спи. Ну, я его сама... Отправилась спать, так что думаю, да, отлично. У Александра вообще все плохо. Давайте возьмем порцию. И да, дискомфорт, и вообще у него все плохо. И он скоро умрет. Это издевательство, как он Мария, блин, всех пережил. У него уже двое мужей, блин, было. Так что да, может, куда-нибудь отправимся. Дмитрия оставим, пусть он спит. А мы поедем куда-нибудь. Сейчас они все поедят. Мария, нет. Я вообще-то сказала плавать кругами. Что у него тут? Отменное блюдо, что я сделала. Сейчас они поедят. Иди здесь посиди пока. И сейчас куда-нибудь поедем. Какой-нибудь бар, может быть. Так, у нас все взрослые, дети взрослые. И все, там ничего такого, так что будет нормально. Такой семейный ужин опять. Чё, Александр, что с тобой? Поболтать с Алекс. Поешь. У него прям все красное. Так, все отлично. Алекс ему не дает есть. Давай ешь. Мария и Рэйчел теперь хорошие друзья. Ну ничего себе. И навык мы повысили. Здорово. Давайте не болтать, давай ешь свою запеканку. Все отлично. И Мария, давай. Отправляемся куда-нибудь. Нет. Отправиться. Возьмем Рэйчел и Дмитрия. И да. Ой, Дмитрий спал, да? Ну, у него, в принципе, нормально. Ну все. Нечего уже думать. Мы уже едем куда-нибудь. Сейчас отправимся. Посмотрим, что там интересно. Так, это у нас ночной... Давайте отправимся в коктейль-бар, я думаю. Посмотрим, что там интересного. И да, мы приехали. Мария, конечно, одета очень супер. Стильно. Что у нас на втором этаже? Как дома прям. По-моему, здесь только поесть нечего. И как бы здесь заниматься-то особо и нечем. Они побежали куда-то. Бегут они. А, вход как-то странно сделан. Не знаю, давайте потанцуем. Танцевать вместе. Что тут еще делать? Ничего тут больше нечего делать. Правда, тут, наверное, может, напитки можешь какие-то купить. Или нет. Взять чипсы, заказать напиток. Угу. Заказать напиток для группы. Что мы возьмем? Сладкую газировку. Е-е-е! По-моему, им очень весело сегодня.
А танцы какие у них классные, типа плыву, плыву, плыву. Шучу, конечно. Ну да. Жаль, блин, последний день, Александр, как такое может быть? Надо посмотреть настройку, там нету этого увеличения возраста, чтобы они подольше пожили, потому что это вообще же, как так? Александр зажигает, это что? А, заказать напиток, отлично. Мне кажется, забавно. Ну, правда, конечно, ничего интересного, там нечто идут, танцуют. Давайте мы сейчас немножко развлекаемся, и уже пора домой, потому что я спать. Мне это не нравится. Это что такое? Это вообще чье? Давайте выпьем. Что такое? Да, сейчас нам сделают лимонад. Садитесь. И кожа такого цвета странного. Прикольно сделать так меню. Здесь никого нет. Одна моя семья. И сейчас. Да, вот для Александра. Александр, пожалуйста, бери. Кто-то забрал его напиток. Рэйчел. Вообще. Все очень счастливы. Ну вот у Мари с бодростью проблемы, да? А так, в принципе, все хорошо. Ну вот, он хочет есть. Давайте мы ему чипсы. Взять чипсы. И еще взять чипсы. Да. И у нас время 6 утра уже, оказывается. Как ни странно, мне надо в школу. Вот, кстати, чипсы выглядят прям вообще как чипсы. Классно. Александр, что-то какое-то странное. Ну да, перед смертью называется. Чем нам заняться тут еще? По сути дела, тут нечем вообще заниматься. Тут так, типа, прийти поговорить. Классный, кстати, классный туалет здесь. Очень красивый такой. Здесь у нас, я думаю, почитать, да, можно. Интересный бар. Ты где можешь читать? Так что да, наверное, уже утром мы отправимся домой. Сейчас мы всех их вот так нажмем. Сейчас я немножко еще. А, ну все они собрались, кроме самого моего голодного персонажа. Все. Ну, хватит жрать. У тебя так уже полностью. Все, давай домой. Все пошли домой, здесь опять составили. И уже утро, да, так что да, пора домой. Это красиво, кстати. И в следующий раз сходим в ночной клуб, наверное, посмотрим. Мне бы главное решить проблему с Александром. Как мне этот... Можно ли там увеличить возраст, как в Sims 3? Потому что, ну, это вообще неинтересно. Мне нужен третий муж, я не хочу так. У нас тут бы муж. Все к нему привыкли. Это было очень жалко, что он умер. Причем он умер вообще внезапно, потому что моя сестра играла другой семьей, и время же идет тоже, когда играешь. Это было не очень классно. И тут опять! Так что я бы не хотела. Вернулись мы все домой. У всех, в принципе, хорошее еще настроение. Кроме Марии. Да, пусть Мария идет спать. Александр побежал за Марией. Пошел еще поболтать. Но Марии, по-моему, не до этого сейчас. Так что да, я думаю, на этом я закончу эту серию. Следующая серия у нас свадьба, надеюсь, будет. Не хочу обещать. Думаю, что так и будет. И да, нам нужно с Алекс немножко подружиться побольше. Потому что нам тоже нужно сделать семью. Или что-то в этом роде. Потому что мне же надо... Они же не будут всю жизнь со мной здесь жить в этом доме, да? И да. О, все, они пошли к моей коровке. Все любят мою с ней играть. Потому что она такая классная. Посмотрите на нее. Так что да, всем пока. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. И подписывайтесь. И да. До новых встреч!